а юноармейцы присоединились к всероссийской акции «Против курения. Белый яд». С целью призыва горожан за здоровый образ жизни ребята единым строем прошлись по главным улицам города. Прохожим они раздавали памятки и предлагали обменять сигарету на конфету. Это не митинг и не народное шествие. Юноармейцы с плакатами в руках призывают лабытнанцев к здоровому образу жизни. Сегодня они обращаются к прохожим с просьбой отказаться от курения. Мы за здоровый образ жизни! Брось сигарету, спаси планету! В своих лозунгах юноармейцы предлагали лабытнанцам заняться физкультурой, музыкой и литературой, питаться только полезной пищей. Именно тогда человек будет здоров, считают ребята. А еще они призывали взрослых беречь окружающую среду от табачного дыма. Вооружившись презентами и пакетами для сбора сигарет, участники акции уверенным шагом подходят к каждому прохожему. Участники юноармейского движения предлагают заменить сигареты на конфеты и витамины. Их задача – напомнить о вреде курения как можно большему количеству лабытнанцев. А вы курите? Нет. А готовы были бы вы обменять сигареты на конфеты? На все вот это. Не будет там одеться. Все, дайте. Давайте любую. Не, не получится. Ну давайте нет. Не готова. Давайте несколько. Сколько готовы поменять? Ну, три, да. До вечера я просто работаю. Три вопроса. Ну, до вечера, да. Спасибо. Но многие просто не хотят расставаться с вредными привычками, а те, кто все же готов к обмену, участвуют в акции ради сладкого угощения. Сигареты мои дороже стоят, чем ваши конфеты. А здоровье разве не дороже, чем сигареты? Дороже. Хотя бы одну променяй на конфету. Вкусная конфета? Да. То есть вы готовы, да? Конечно. Одна конфета, одна сигарета. Спасибо. Конфетку захотел. Все? Ну, захотел конфетку, почему бы нет? Надо поддержать, надо же акцию. Продвижение обмена сигарет происходит частично и хорошо, частично нет. Некоторые употребляют, некоторые также отказываются в более раннем времени. Так что много людей пытаются отказаться от сигарет в нашем нынешнем мире. В завершение акции подростки уничтожили никотиновый урожай. Дым этих сигарет уже точно никому не навредит. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».